Полиция и власти китайского Гонконга извинились перед мусульманами. Причиной стал недавний инцидент возле крупнейшей мечети мегаполиса. Недавно в ходе разгона протестных акций полиция применила водяные пушки. Чернилами голубого цвета обстреляли демонстрантов возле мечети Колун. От действий китайской полиции пострадали лестницы и ворота мусульманского храма. Практически сразу после случившегося гонконгские волонтеры, в том числе и демонстранты, помогли привести территорию мечети в порядок. На следующий день глава администрации Гонконга и начальник городской полиции посетили мечеть Колун. Они принесли извинения главному имаму и лидерам мусульманской общины, заверив, что произошедшее было случайностью. Руководство мечети приняло извинения. Глава администрации и комиссар полиции заявили, что была совершена ошибка, и они сожалеют об этом. Напомним, в июне в Гонконге начались акции протеста из-за закона об экстрадиции. Позднее они переросли в беспорядки и погромы. В начале октября началась новая волна протестов.